О, взяла что-то. Что-то взяла. А что это такое? Угу. Не понял. А, ветка. Еды, смотрите, я думал, рыбу взяла. Добрая такая. Тут вон какая коряга пришла. Тоже с одного места. Крючок вижу мягкий, разгибает. У меня тут щука уже побег совершает. Давай обратно дуй. Хороший результат. Блин, шестая щука с этой точки. Только я лепесток поменял на более крупный. Поставил обратно шестерку первую. И так вот она сразу взяла. Со второго заброса, правда. Грамм 500-600 такая. Крючок гигантский, так она и в рот-то ей даже не влез. Такая щучка. Вот такой лепесточек китайский какой-то. Старый, уже давно у меня лежал. На дурака пробую, вот сколько щук можно поймать с одной точки. Вот он, шестая щука уже. Давайте еще кинем. Пару забросов сделаю, если еще клюнет, вам покажу. Еще одна. Прям вот она, как собака кидается. Давай, давай. Есть, есть, есть. Ага, с которого раза ты взяла. Вот буквально 2 метра отошел и поймал седьмую щуку с этой точки. Седьмая щеченция. Отцепилась. Ну такая тоже не крупная. Поэтому я ее, наверное, отпущу все-таки. Седьмая щука с одной точки, не поверите. Только кинул вон туда вот, рядышком. В итоге 8 щук пока. За 15 или 20 минут рыбалки. Еще один забросик. Пока 7 щук с этой точки. И 2 окуня. Уж такое ощущение, будто что-то еще пробежало. Щука темная, с воды ее не видно. Сверху. Так только у самой поверхности, когда ходит, так еще заметишь. А лепесток, как видно хорошо. Такая лопата крутится. Ну вот, парни, рыбачу 22 минуты примерно, 25 минут, не больше. Поймал уже 8 щук. Раз, два, три или четыре. Четыре, кажется, окуня еще. 12 рыбин. Результат, это уже кан был бы полный, соответственно. Так как щуки все, в принципе, такие нормальные. Одна полторашка, когда же больше, может, около двушки. И 2 килограммовки взял пока, и все. Окуня пока отпускаю по возможности. Сейчас еще немножко пройду, если поймаю сколько-то еще щук. Да, думаю, хватит, куда столько девать-то их потом, да? 3 щуки взял, там уже нормально весу. Полкана почти занимает. Вообще приятная рыбалочка. Прошел-то вот, всего лишь-то вот. Даже сначала не встал. Метров, наверное, 30-то и прошел по берегу. Это буквально третий подход. Так как между первыми двумя подходами было всего лишь 10 метров. И такой результат уже хороший, внушительный, я считаю, все равно. Но здесь должна быть крупная щука, 4-10 килограмм. Кто его знает, может быть, они есть. Поставил шестерку лепесток, может быть, что-то возьмет такое. Так как окуни тоже бывает хватает, если у них пасть сможет раскрыться, либо подсекаются сами. Попробуем еще половим немножечко-то. Ну, уже 8 щук есть уже. Давайте ловим дальше пока. Вот, немножечко прохожу. Это вместо прохожу, по-любому щука есть. Хотя вот я стоял прямо на этой вот носочке. Но здесь в воде плохо одна трава. Сейчас немножко дальше пройду. Вон до того носочка, и там будем кидать дальше. Я думаю, здесь можно тоже щуки 4 поймать за раз. Была атака 2 раза. Взяла в рот и сразу же открыла, и у меня лепесток вышел, не засекся. Даже видно было четко. Вон опять бурун пошел сзади, видите? Есть! Ага! Девятка, девятая щука. Но небольшая. Но все равно приятно. Если бы щука нужна была, я бы ее взял уже. Стой, 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 стой. Я вижу, у нее укусы, кажется. Точно, смотрите, какой шрам. Какая большая щука, ее хватало. Ну, живи. Еще тебе шанс жизни даем. Вот девятая щука. Давайте еще туда же кинем. Что думаете, там одна что ли она была? Да хрен-то там. Там, может, и бегали даже разные щуки. Сейчас попробуем поймать что-нибудь еще.
большой вальяжный такой лепесток. Но свою работу делает. Никого пока. Ну что там есть, то нет? О, есть! Десятая щука. Вообще приятная рыбалочка. Суперская. Сколько в этой луже, да? Щуки. Ну это тоже можно еще. Иди расти дальше. Хорошая щучка. Около килограмма уже была. Но щутка не то. Я хочу чуть-чуть побольше. Поставил вот такой вот. У меня стоит гигантский толстый поводочек. Вот с него и рыбачу. Давайте в ту сторону закинем. Есть там рыба хоть нет, интересно. Я думаю, такая рыбалочка вам должна нравиться. Так что не забывайте подписываться на канал, кто еще не подписался. И будет еще много. О, о! Мазануло! Ну, поймал! Ха-ха! 11-я. Стой, 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 сеструха. 11-й. Блин, можно и пальцы себе проколоть так, а? Сейчас мы его помоем. Вот эти мелкие, они очень прыткие и сильные. 11-я щука есть. Буквально с каждого заброса доловлю. Это я, как видите, никаких суперских проводок я никогда не делал. Я просто кину и веду. Я же не профессионал там какой-то супер рыбалки. Ловлю без лодок, не с лодки, а просто с берега. На кочках стою и кидаю. Щука разная. У берега не хочет. Сейчас туда кинем. Что я думаю, это вот сюда, наверное, встану на кочки. На эти вот. И кинем. Ну-ка. Для интереса, здесь стоит кто-то, нет? Не-а. Так крышки никто не стоит. Стоял бы, взял бы уже. Если рыба есть, она клюет. Блин, что там было такое? О, поклевка. Сход. Сейчас возьмет еще раз. Взяла. Ах ты, зараза-то. Два раза берет, злая, как собака, а. Ну-ка давай, сеструха, еще раз. Есть. Атака. Я-ха-ха. Видали, что делает? 12-я. Ух ты, какая сильная-то, а. Прямо забагрил за спину. Ух ты, да ты хорошая щука. Стой, стой, сеструха. Килограммовка такая. Ладно, считай, тебе повезло. 12-е бревно пошло. Ну-ка, есть там кто еще, нет? По-любому же есть. О, есть! 13-е, давай, давай, сеструха. Ха-ха. Вот она, рыбалка мечты, нафиг. Это место такое не самое лучшее. Чего там у нас? 13-я щука, кажется, да, я сказал? Ах ты, крепкая, прыткая. Вот это заглотило всех сильнее. Пока за эту рыбалку. Видите, как краска сдирается о зубы. Сразу же нафиг. Такое говяное качество блюсен. Только б не дернулась. Страшно. Блин. Там крючок-то даже, он просто висит как петля. Это, блядь, что-то с чем-то нафиг. Аккуратненько. Молодец, что не сопротивлялась ничего. Беги. 13-я щука. Жесть. Жесткая рыбалка на севере. Вон она пошла тихонечко. Может, еще возьмет, а? Да.
О, вся пошла к низу. Но с этого места тоже нормально поймал. Щуки 3-4 там. Надо уже дальше переходить, по сути. Ну как дальше? Я с той стороны еще только одну вытащу. Или две. Сейчас забросик сделаю. О, есть! Ха-ха! Ох ты, зараза, сошла. Сейчас, подожди. Не топи так быстро. Видите, как взяла? Четко, блин. Аж вылетела из воды. Хвост у нее увидел только. И тот самый бурм, который она оставила мне. Сейчас возьмет еще раз. Есть. Ох, какая. Красотка. Красотка в бикини. Спиннинг в дугу его нафиг, давай. Давай, топи. Может быть, еще такая, на такую наживку кто-нибудь возьмет. 14-я. Ух ты, еле взяла, кстати. Ну, это хорошая. О, приятно. Такую можно взять. Ух ты, она как зацепилась-то жестко. Зубы видали, какие острые? Как иглы торчат. В общем, эту щучку я беру, она хорошая, за килограмм такая. Давайте 15-то уж поймаем. Попробуем поймать ее с этой же точки. Да, наверное, хватит уже куда-то. 4 щуки хороших взял. Во. 15-я. Долго ждать не пришлось. 15-я щучка. Ух ты! До самых жабр. Вот он, крючок с этой стороны. Ух ты, как в кость-то вошел. Извиняюсь, но ее придется брать. Но очень сильно повредила себе там. Она с той стороны, получается, в кость воткнулась, где у нее мост находится примерно. Себе в голову, то есть воткнулась крючками этими. Ладно, еще 5-я щуку возьмем. Такую я уже пускать не буду, покалеченную. 15-я щука. Ну что, друзья, поймано 15 щук и 4 окуня, в итоге 19 рыб. Взял по кафкан 5 штук, этого нормально, достаточно, хватит. Но все равно я на этом рыбалку сегодня не заканчиваю. Я только рыбачу еще полчаса буквально, может 35 минут, не больше. Вот прошел-то вообще чуть-чуть только по берегу. Мне еще пройти надо будет до конца, хотя бы пройду. Но об этом уже сниму уже другой ролик. Этот ролик уже заканчиваю на этом месте. Это будет как первая часть, пусть будет. Дальше буду ловить еще дальше. Ну, я поймаю 30 щук, думаю, без проблем. В прошлый раз здесь поймал 26 щук. Также двойная рыбалка получилась. Но многие об этом, конечно, и не поймут. Так как видео снято, потом снова второе видео пошло. Тогда я поймал 26 щук. Прошел-то вроде тоже хрен да ни хрена. Сейчас поймал уже 15. Сейчас поймаю еще сколько-то штук. И на этом хватит. Кан добью до полна. В итоге 10 килограмм будет щуки. Щуки у нас можно ловить 15 килограмм на человека в сутки. Именно щуки. Если сорная рыба, то до 25 килограмм в сутки. Если бы окуня там еще брать, например. Как-то так. Только что вот в этой лужке еще одна щука будет у нас такая неплохая. Сейчас скину сюда на дурака, может быть, и поймаю. Поставил уже лепесток китайский. Самый дешевский лепесток, который нигде ни хрена не ловит. Но здесь он ловит, как видите, нормально. И щучки такие неплохие. И окуни как бы отсекаются. И только опять дождь начинает единственно моросить. А так на этом ролик заканчиваю. Всем счастливо, до новых встреч. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, там комментарии писать, кому еще интересно. Я буду радовать удачи своими рыбалками. Да, бывают и пустые рыбалки, черт бы их побрал. А бывают и хорошие рыбалки, как вот эти вот, например. Бывают еще и лучше. Самые наши рекорды, конечно. Но это не рекорды, мы просто рыбачили 2,5 часа и поймали 80 килограмм крупного окуня. Такое тоже было как-то с отцом. Но это уже было очень давно, когда я еще только школу закончил. Опыт есть, как бы, опыт не пропьешь. Все, давайте, всем до новых встреч. Не забываем. А ты выпрыгнула, зараза, опять.